Приветствую всех зрителей канала. В этом ролике я хотел бы акцентировать ваше внимание на одной очень важной теме. Кто общался с мошенниками, с лохоброкерами, тот заметил, что они практически всегда рассказывают вам, что придя торговать в их компанию, вы не будете сами. С вами будет торговать опытный эксперт, который будет вам помогать, давать вам аналитику, помогать делать выгодные сделки, будет вами во всем руководить, ну и за это будет брать какой-то вот процент от вашей прибыли. В принципе, торговля под руководством опытного аналитика не есть что-то абсолютно невозможное и нереальное. То есть такая схема может быть. Но только если это не касается следующего. Как правило, зайдя на торговые платформы всех вот этих лохоброкеров, вы видите, что они не дают вам возможность торговать на реальных активах. Они предлагают вам торговать на CFD. Contract for Difference. Контракт на разницу цен. Некоторые лохоброкеры даже, поскольку они не дают вам выхода на реальные активы, а только на CFD-шки, то и лицензию на брокерскую деятельность не оформляют якобы по этой причине. Потому что, зачем лицензия на биржевую торговлю, если мы, собственно говоря, на бирже не собираемся торговать, а будем торговать только на CFD. Если вы изучите материал и прочитаете, что такое CFD-контракт, вы узнаете следующее. То есть это внебиржевой инструмент. Это, такой спор между клиентом брокерской компании, и самой брокерской компании. Клиент, покупая CFD-контракт, он говорит, что цена пойдет вверх. Брокер позволяет ему это делать. И если цена идет действительно вверх, то клиенту выплачивается определенная прибыль. Так вот, CFD-контракт – это внебиржевой инструмент, и на биржу эти сделки не выводятся, и реальных активов вы не приобретаете, вы просто зарабатываете на разницу в цене, то совершенно понятно, что ваша прибыль будет выплачиваться откуда, как вы думаете? Да, из кармана этого самого брокера. В то время, если вы покупаете, продаете активы на бирже, вы у кого-то купили актив по малой цене, и потом кому-то продали по большой цене. Деньги вам пришли от того, кому вы, собственно говоря, это продали. Но это на бирже. А во внебиржевых инструментах, в самом названии, подразумевается, что выхода на биржу нету. Вы открыли контракт, закрыли контракт, и деньги ваши все время, они не выходили на биржу, они находились у того брокера, которому вы перечислили. Я понимаю, что могут быть какие-то честные брокеры, которые, даже не брокеры, это что-то так ближе к дилерству уже, назовем их CFD-брокерами, которые могут якобы вам когда-то позволить поиграться с ними в CFD-шки. Если вы угадаете, они вам выплатят, прибыль из своего кармана. Если вы пойдете в минус, то деньги уйдут им. Но задумайтесь о следующем. Вам предлагают работать с этой компанией и говорят, что эксперт будет вам помогать. Эксперт, сотрудник этой же компании, будет помогать в чем? Зарабатывать на этой же компании? Представьте себе, вы директор компании этой, перечисляют деньги клиенты в этой компании, начинают открывать CFD, и вам ваш же сотрудник, которому вы платите зарплату, он будет делать так, что эти клиенты начнут вас обносить.
они начнут зарабатывать, и вам придется платить и зарплату сотруднику, и деньги к этим клиентам больше, чем они перечисляли вам. Ну и долго вы это будете терпеть? Да думаю, что вы это терпеть не будете, ну, по определению. Поэтому, о чем я хочу сказать. CFD-брокер, который приглашает вас поторговать и дает вам эксперта, который будет вас учить делать прибыльные сделки, то есть это по своему определению лжец и обманщик. Потому что он не будет помогать вам разорять его же самого. Вот существует несколько примеров вот таких бесед с такими брокерами. Данная беседа с компанией, которая еще недавно была на слуху, называлась она LimeFX. Послушайте, пожалуйста, как девушка пыталась, в общем, мне доказать, что сотрудничество на тех условиях, которые они предлагают, возможно. И что из этих всех доказательств получилось? Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ирина, звоню вам из международной финансовой компании LimeFX. Игорь, звоню вам так, как оставляли свои контактные данные, зарегистрировались в нашей компании. Все верно? Ну да, было такое. Замечательно, Игорь, хорошо. Подскажите, пожалуйста, вообще практический опыт торговли на финансовых рынках у вас есть или просто интересуетесь пока? Есть. То есть вы уже торгуете, да? Ну, было дело. Ага, и как давно торгуете? На данный момент вообще торгуете или нет? Ну, так, по чуть-чуть приторговываю. Ага, по чуть-чуть приторговываете, я поняла. То есть не основной доход? Не основной. Ага, хорошо. И какую компанию вообще выбрали для торговли? Ну, у меня с несколькими компаниями торгую. Я квалифицированный инвестор, ВТБ, ВКС. Есть еще также Альфа-Директ, Тинькофф и Сбер. Еще раз, какими компаниями, простите, пожалуйста, на связь немножко прервалась? Я КВАЛ, квалифицированный инвестор в ВТБ и в ВКС. Есть еще Альфа-Директ. Итак, по мелочи в Тинькове и в Сбере. Я поняла. То есть в основном это банки, правильно? Да, банки. Угу. Я поняла. Хорошо. И какие вообще инструменты вы выбрали для торговли? Акции, фьючи, ETF-ки. Акции, фьючерсы, да? Да, ETF-ки. Угу, я поняла. И на какую сумму дохода уже вышли, если в процентном соотношении, допустим, за последний месяц? А вы не из налоговой? Я нет. Чем можете... Ну, успешность вашей торговли меня, конечно, интересует. Я должна же понимать, с кем разговариваю. Деньги любят тишину. А я не спрашиваю вас про деньги, я спрашиваю вас просто про процентность. А процент это вообще к деньгам никакого отношения не имеет, да? Деньгам, конечно, имеет прямое, но я не знаю ни сумму вашего счета, ничего. Просто интересно именно в процентном соотношении. Хотя бы больше 20%, либо меньше. 20% за месяц? Да. Меньше. Меньше 20%. Я поняла. Ну, угадать с вами играть не будем, тогда этого мне хватит. Так как в нашей компании есть возможность выйти на доходность 20% плюс уже в первый месяц. Особенно если мы с вами будем рассматривать в приоритете акции различных компаний. Скажите, пожалуйста, я так понимаю, акции фьючерс у вас именно российских компаний, либо же и другие компании тоже рассматриваете? Зарубежка. Зарубежка. Все, я поняла. Слышали про то, что, в принципе, начался сейчас сезон квартальной отчетности у американских компаний, различных банков, крупнейших американских банков уже читались, такие как Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup сегодня вот было. Слышали про это? Bank of America вчера отчитывался. Да, участвовали? Ну, я пока не вижу тех компаний, которые мне бы хотелось войти. Я не беру. Ага. Сейчас не беру банк. Ага. Пока не видели. А слышали что-нибудь про компанию GameStop, например? Ну, вы мне с Reddit там хотите познакомить, что ли? Вообще хотела просто сделать вам максимально выгодное предложение, чтобы вы рассмотрели еще как одну компанию, скажем так, нас. Ну и в качестве чего мне рассматривать компанию GameStop? В качестве примера GameStop? Pump and Dump?
Нет, GameStop компанию можно рассмотреть в качестве того, как, торгуя минимальными объемами на фондовом рынке, мы с вами можем заработать в перспективе 14 тысяч долларов, начиная с минимальных сумм инвестиций. Да, только в качестве этого. Если полмира с нами согласятся, начнут ее пампить, тогда мы заработаем. Что вы говорите? Ну, вы знаете, как взлетела компания GameStop? Конечно. Конечно. Там полмира пацаны скупала эти акции. Ну, конечно, просто чтобы наказать крупные хедж-фонды, я все это знаю. И за счет того, что стоимость акции никак не подкреплена, она до какой-то момент поднялась до 462 долларов, сейчас она успешно вернулась к 167. И все аналитики, в принципе, не только в нашей компании, но и многие другие аналитики, они анализируют то, что акции компании просто упадут к своей себестоимости в пределах 20 долларов. И вот именно на этом падении мы с вами можем заработать, Игорь. Просто нужно дождаться этого момента, когда это будет. Угу, и в нужное это время открыть сделку. Зашортить. Что вы говорите, Игорь? Предлагаете мне зашортить GameStop? Ну, вообще, я вам предлагаю сотрудничество с нашей компанией. А это просто как один из возможных вариантов торговли. А вы покупаете сами акции, либо вы работаете на CFD? На CFD-контрактах. А кроме CFD? Смотрите, в принципе, работаем с CFD-контрактами. Вот, и с различными инструментами, такие как нефть, золото, акции, валютная пара, криптовалюта, акции различных компаний, индексы, криптовалюта. То есть инструментов большое количество. Вот, Игорь, и всегда торгуем именно CFD-контрактами, так как это дает возможность вам зарабатывать не только на повышении цены, но также на ее понижении. И в любом случае, куда бы ни пошла цена, быть в более выигрышном положении. Ну, вы нефть, золото, все остальное, вы покупаете через фьючи или через CFD вы берете? CFD. То есть у вас кроме CFD ничего нет? Да, все верно, CFD-контракты. Ну-ка мне объясните, пожалуйста, поскольку, ну, собственно, общеизвестен тот факт, что CFD-контракт – это внутреннее такое соглашение между клиентом и брокером, которая никуда на биржу, на внешний рынок не выводится. Это вне биржевой инструмент. Это я вот открываю, и все эти деньги, все эти мои CFD-контракты крутятся внутри брокера. То как вы мне предлагаете поработать и получать аналитику от вас, если мой выигрыш будет вашим проигрышем, проигрышем LimeFX? Вы почему? У вас есть люди, которые будут помогать мне обирать вашу компанию, которая платит им зарплату? Почему? Игорь, смотрите, компания зарабатывает только на комиссиях, которые вы совершаете. Да, а, допустим, мы с вами открыли сделку, у нас сразу с вами списывается определенная комиссия. Все зависит от инструмента и от объема вашей торговли. Да. Комиссия – это копейки. А если я выиграю достаточно серьезную сумму, по той причине, что этот CFD-контракт на биржу не выводится, это и есть вне биржевой инструмент, то платить мне будет брокер, CFD-брокер. И мне ваши аналитики будут подсказывать, как мне их обобрать или как? Интересно, как будто бы никто этого не знает. Что вы мне предлагаете? Поработать с вами, попытаться вас обыграть? Казино LimeFX или что? Если вы еще чем-то торговали, какими-то другими активами, если вы торговали, инструментами вернее, те, которые биржевые инструменты, вот система была бы другая. Ну, к примеру, вот я зарабатываю на акциях, я плачу комиссию. Эта комиссия – это те деньги, которые приходят брокеру извне. Снаружи. Кто-то орет, что я себя не слышу. Что вы говорите? Кто-то это там орет, что я себя не слышу. Ну, колл-центр, да-да-да. Хорошо, я сейчас выключу, да, звук, чтобы не слышали. Вы, я слышу, если бы у вас были какие-то, хотя бы какие-то инструменты, которыми бы вы торговали на бирже, у вас был бы приток внешних средств в брокерскую вашу компанию. А так как вы работаете только на CFD, то все ваши средства – это то, что принесут вам клиенты. И если клиенты выигрывают, то, соответственно, вы проигрываете.
Если приходят клиенты, начинают наращивать свой депозит, то депозит он наращивает за ваш счет. И вы мне предлагаете аналитику, чтобы я вас обобрал или как? Ну, можете попробовать и так, Игорь. Ну, вообще, смотрите, да, то есть мы напрямую заинтересованы в вашем заработке, да-да-да. Что вы говорите? Прикольно, да. Мы напрямую заинтересованы в вашем заработке, так как если вы расторгуете свой счет, в принципе, выберите инструменты, которые будут приносить вам наибольший доход, будете торговать крупными объемами, естественно, комиссии у нас будут выше. И если мы с вами рассматриваем именно торговлю на долгосрочную перспективу, нам гораздо выгоднее с вами работать именно на долгосрочную перспективу и на этом зарабатывать. Ну вы прикалываетесь. Комиссия за сделку – это копейки. А заработок за сделку – это десятки процентов, может быть. Вы хотите сказать, что если я вас хлопну на 40-50% и заплачу вам 0,06% за комиссию, то вы будете довольны? Ну, если мы с вами говорим про долгосрочную перспективу, конечно, да. Вы понимаете вообще, о чем я вам говорю? Да, то конечно. Если я выиграю, то вы проиграете на это. Потому что деньги я заберу у вас. Подумайте. Ну так, Игорь, возьмите и заберите тогда. А, да-да-да, хитрое. Ну, почему мне, нет? Ну, зачем мне заходить в компанию, где предлагается пободаться с конторой? Тем более, что вы вообще где зарегистрированы? Мы зарегистрированы в свободной экономической зоне. Ну, она как-то называется, как Алькатраз или кто там, Вологодский пятак. Ну, Маршалловы острова, конечно, конечно. Да, а если ваша контора решит меня вообще кидануть, то где я, в каких судах я буду отстаивать свои права? Ну, у нас есть центр регулирования отношений на финансовых рынках, и даже если, как вы сказали, вас киданут, вы можете обратиться туда, это Трофор. Црофор – это компания, которая пусть регулирует само себя. Црофору доверия нет. Почему? Потому что компании, которые регулировала Црофор, неоднократно были замечены в разных папандосах. Црофору доверия нет. Так скажите, для вас вот $500 – это много, чтобы взять и протестировать компанию, Игорь, давайте прямо. Это если вы опытный человек, который опытный в торговле, обманите компанию. Может, мне на карту вы говорите, Игорь, перевести? Вы так подходите? Нет, конечно, мне на карту не нужно, Игорь. Нет? Ну, смотрите, если как вы это? Уже опытный трейдер, так обманите компанию. Да? Да. Вы себя слышите? Вы уникальный менеджер. Вы пытаетесь, почему? Обычно вообще клиент, вот, менеджеры стараются приболтать клиентов, что это серьезная компания, которая заботится о их выигрыше. Вы слились за 5 секунд. И теперь четко вот ваше поведение, это поведение тех, кто держит казино. Попробуйте обыграть казино. Вы представляете, какой фурор вы произведете на Ютубе? Да вы там будете любимым персонажем на долгие годы. Вы предлагаете мне... Я наоборот и хочу провести этот фурор на Ютубе. Ну ничего, вы вместе с вами. Стремитесь, летите к этому на полных парах. Вот, замечательно. Я с шарлатанами не... Так что, составите мне компанию, Игорь? А какую? Ну, взлететь на фурор на Ютубе. Ну, ролик отправлю. А там ждите. Супер. А как подпишется, чтобы я посмотрела? Ну, канал называется «Мошенники звонят по телефону». Там, может, еще кое-куда направлю. А ага. Ролик опубликуется, там очередь есть. Ну, могу закинуть, когда опубликуется, посмотрите сами. Хорошо, я обязательно посмотрю, Игорь. Да. А с кем еще так общаетесь? А вам кто вообще интересен? Ну, просто интересно в целом. Ребята, все подряд. Я вообще, конечно, далек от мысли, что вы не знаете специфику работы своей компании. Но я допускаю, что вас просто там посадили, рассказали, привлекайте, тут парни будут зарабатывать. Я так подозреваю, что вы можете не знать, что я поддоготный.
Так вот, 3,5 года. Да, нет, ваша контора, это действительно вот своего рода казино. Попробуй меня обыграй. И вы ведете себя с самого начала лукаво и нечистоплотно. Вы предлагаете человеку прийти, внести деньги для того, чтобы заработать, предоставлять ему аналитику. Но вы сами понимаете, что вы не будете стараться дать ему заработок. Обычно делают как? Внесли депозит, ну, поиграли чуть-чуть. Поиграли, сдали заработать, там, в полтора раза этот депозит увеличить. Давайте, добавляйте, смотрите, как хорошо идут дела. И человек добавляет этот депозит. И если он отказывается, вдруг он такой умный, отказывается от аналитика и начинает работать сам. Циферки вы ему какие хочешь можете нарисовать в кабинете. Но когда он попробует выводить это все, очень редко какие компании дают выводить. Как правило, шарашкины конторы, работающие без регистрации, они тупо показывают фигу этому человеку. Либо если человек работать продолжает с аналитиком, то они ему подсовывают какую-то сделочку на большом плече, высокий леверидж. И на любом качке человек не понимает, что с ним. Ну давайте, это же аналитик, я же ему доверяю, смотрите, как хорошо работает. И на высоком плече, при малейшем качке цены против тренда выбранного, сливается весь депозит. И потом начинают ваши спецы морозиться. Вы понимаете, это же рынок, вы берете все финансовые риски на себя, тащите деньги еще, иначе мы вас знать не знаем. Вот схема вашей работы. То есть есть здесь элементы преступные, я бы сказал. Поэтому, девушка, подумайте, нужна ли вам такая работа. Я закончу. Хорошо, Игорь, я вас выслушала и поняла. Ну, тогда до свидания. До свидания.